Этот матч завершен, к сожалению, да, сегодня не получилось. Как вы считаете, почему? Опыта не хватает. Еще молодые, куда-то торопились. Опыта, скорее всего. А вот не показалось мне, что вы во втором тайме где-то осторожничали, особенно в начале второго тайма? Ну, с такой командой, как VivaFarm, надо осторожничать, потому что они опытные, игравшие ребята. Они используют свои моменты, забили. Мы вели первый тайм 1-0, вроде бы сыграли хорошо, но они используют свой шанс при удалении, забили и понеслось. Понеслось, да? Вот все-таки была небольшая вам такая подмога извне. То есть команда VivaFarm получила красную карточку, и вы играли в большинстве. Болельщики, кстати, спрашивали, почему не забивали? Почему не забивали? Торопились. Торопились бы быстрее забить. Не везло. Не везло. Первый тайм повезло, нам забили, свой момент использовали, а во втором все остановилось. Еще есть шанс у нас. 3-1 – это не результат. После второй игры мы посмотрим, кто выйдет дальше. Что бы сказали своим болельщикам перед вторым матчем? Чтобы не расстраивались, говорю еще раз, есть второй матч, мы будем настраиваться и посмотрим все ошибки наши и VivaFarm, учитываем все и будем, как сказать, отвечать в обратную. Будем уже 2-0 выиграть. Спасибо большое, вам удачи. Спасибо.